Конечно, он газелечка едет, везет мопедик. Это твой аппарат? Да. Нифига это. От Motorola здесь, да, стоит? Ага. Обалдеть. Там сделан? Да. А что за колеса такие? Цикл? Квадроцикла, да, колеса? Там, помогай, блядь, Саша. Мопаки еще есть. Он сказал, обещал найти. Ага. Вот так я смотрю. Он на нем ездил, я помню. Все понятно. Так, Саша снимает бардачок. Там даже ключики есть. Так, здесь отрезано под магнету. Ну, это заварим. Дальше. Передняя резина отличная. Сейчас, Саша, ага, положи. А задняя вообще новая резина. Вообще, ну сейчас мы накачаем, проверим. Глушитель убитый. Летом будем разбирать его. Чистить. Ого! Открыто было. Дальше. Это сцепление. Отлично работает, даже с собачкой газовая ручка. Уже работает. Ну, а, бак. Что там с баком? Есть чуть-чуть ржавчинка, но в основном чистенький. Ну, вот такой вот агрегатик, ребят. Не катится, Саш? Нет? Ну, заднее колесо заедает. Заедает, да? Ничего. Сейчас мы пойдем колеса накачаем. А ну пробуй, Саш. Вроде пошел. Ага, раскрутился. Да смотри, а то сейчас заведешь еще. Так, мы сейчас... Давай-давай назад, толкай. Сейчас, чтобы сосок выровнялся. Чтобы его вытянуло. Все, хорош. Все, выровнял. На подножке стоит. Что так было? Давай, поднимай. И давай, сейчас компрессор включим. Сейчас мы накачаем все. Качается, Саша? Да. Саша, золотничок закручивает. Не было золотника вообще. Давай, пробуй, качай. Хорош, хорош, хорош. Не надо сильно. Где спускает? Золотничок приспускает. Где колпачок? Попробуй подкрутить и вверх его приподнять. За краешек приподнять. Все, колеса накачаны. Ну, Саш, начал катиться. Ага. Нет, назад. Ага, все, пока. А ну это, сцепление отпусти. И вон туда прокати его. Компрессии. Вообще, даже колесо, как будто свечи нету. Да, Саш? Компрессии вообще нету. А, она свеча выкручена. Посмотри. Да? Закрути ее. Я думаю, что такое? Закрути свечку. Непонятно, мотор какой. D6 или D8? Не знаю. А ну сливной болт есть внизу? Есть. Скорее всего, D6 моторчик. Так, зажигание.
Короче, все отсоединено. Ну, попробуем подсоединить, и что получится. Цепку надо смазать, сильно уже поржавело. Ну давай, попробую вот сейчас. Нет, вперед. Ну вот, уже что-то. Ага. Все. Давай, ставь. Сейчас я смажу и пока его поставим. Так, мизинчиком мы сейчас ливанем, чтобы не ржавело. Не знаю, когда мы будем пробовать его. Времени пока нету. Так, хватит пока. Чтоб крышка разбухла. Ну и цепь смазал. Тоже прям сильно она поржавела. Попробую соединить, контакты почистить и завести. Колеса накачали. Все сделал я. Друзья, контакты переделываю. Здесь вон поставили пластину вот такую вот. Стояла. Это ничего не пойдет. Сейчас вот делаем по-другому, чтобы изоляция была хорошая. Вот так. Чтобы более-менее. И все должно работать. Вот так вот. Конденсатор негодный, он вращается. Так что будем сейчас другой искать. Везде все ржавое. Ну, мы же хотим все быстро, чтобы завести. Как получится. Так, искра есть. Сейчас мы закручиваем. Попробуем завести. Так, открыли бак, не подкачивается. Но бензин и не так не течет. Сейчас мы почистим отстойник, попробуем. О-о-о! Капец. Да уж, на какой там будет бензин? Поменяли, кран открутили, он вообще полностью забитый. Шлангочка тоже лопнула. Замена. Шлангочку хорошую поставили. Подкачалась воздухан. Надо смотреть, чтобы его сейчас закрыть. Саш, там пазик такой, вот он, вот. Видишь, попасть. И он должен ходить. Все, покатили, попробовать его завести. Искра, конечно, не сильно-то мне и нравится. Но попробуем. Ну что, давай направо, сюда. Попытка не удалась. Не хочет. Ну, попытка номер два. А, бак открой. Что это? Закрыли, что ли? Попробовали свечку выкрутить. Искра обалденная. Ну, вот сейчас попробуем. Давай. Ага. Что, искры нету, что ли? О, искры. Сцепления нету? Конечно, нету. Выскочила, что ли? А ну. Собачка выскочила. Давай. Нет, она здесь. Вот она, ее. Приподними. Так, надо чуть-чуть подтянуть.
чтобы она не вылетала. Вот эту надо подкрутить, Саш, подкручивай. Сейчас. Ключика не взяли. А ну подкрути еще. Ага. Опять слетел. Очень большие лужи. Ну попробуем. Давай, заводи. Сильно не перегазовывай. Там надо газовую ручку подтянуть. Все, сильно. Чуть-чуть дай газку, дай все. Да вот не умеет он никак. Ничего, научится. Сейчас нам надо его хоть чуть-чуть прогреть. Пусть чуть-чуть поработает, Саш. Иди на эту сторону. Держи его хорошо. Так. Ну, еще попробуем. И поедем. Давай, давай, давай. Чуть-чуть зазор еще меньше сделали. Ага, и не захотел. Ай, Саш. О. Получше. А ну, газани! Сейчас. Крышка открочена. Попробуй проедься. Поехал. Ну давай еще разочек. Где-то там прошивает, я видел. Но едет, едет. Конденсатор, наверное, прошивает. Ну вот, оживили дырчуганчик. Оживили родного. Еще и тянет. Мотор D6. Ну все, мы загоняем его.
Ребят, ну кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем пока, удачи, здоровья, благополучия. Thank you.